Здравствуйте. Сегодня будем смотреть вот эту чистилку Клеонер Профессионал, например, да. Многие мало знают, как ей пользоваться, кстати. Это что можно сделать, не только ошибки, можно исправить, убрать мусор также. Вот сейчас мусор убирается у меня, вот, например, сколько есть в браузере, вот здесь вот настройки. Можно здесь сохраненные пароли можете убирать, можете нет. В проводнике то же самое. Отчет об ошибках, например, кэш, чтобы пошустрее работал. Потом вот в приложениях здесь я могу дать даже стопудово, что вот здесь куча будет программ, которые у вас они стоят. Здесь может быть и браузер штук 50 у вас. Может быть 2, 3, 4. Ну вот, здесь в основном надо везде ставить галочки. Если в галочке они как бы не... Вот так вот если получается, значит не надо галочки ставить просто. Ну и то, тем же самым путем, то же самое и вперед. Вот так вот делаем. ТР. ТР-ку не надо очищать. И то же самое делаю. Реестр. Реестр, ну, это понятно, многие программы, как бы, но это самое профессиональное. Но, мне кажется, даже еще как вышел Windows, и как бы сразу появился, ну, скорее всего, сервис. Что интересно в этом сервисе, автозагрузку, ну, в принципе, я показывал там в предыдущих видео, как делать. Как автозагрузку. Запланирую задачи, например, можно выключить, потом это, ну, Боснера я выключаю, он как бы не нужен мне. То же самое, отключить его можно, ну и все остальное. Остальное можно, это при запуске просто-напросто восстановление системы. То, что удаленно поиск дублей, это которые одни и те же программы, но они ни к чему просто-напросто. Ну и так просто их не удалить. Потому что опасное дело. Вот здесь вот самое главное стирание дисков можно так отремонтировать, что он потом у вас полностью все сотрется на C, на D и на E. Это примерно, вот сейчас покажу, для чего оно нужно. Это, ну, если вот у вас, например, вот в Е или где-то в диске вот так вот появляется. Или здесь он быстро слишком. Ладно, вот так вот сделаю. Вот. Вот эти вот, видите, папки. Они могут быть и здесь, и могут быть, и вообще их может не быть, потому что это, короче, мертвый груз просто-напросто. Лучше всего простую перезапись сделать, она никуда не денется, просто записывает сперва, а потом стирает. Вот эти делать нежелательно. Почему? Она стирает не только как бы записи, еще плюс к этому она стирает колестера, там вот эти потоки всякие. Но они хотя бы бывают и лишние, но как бы не надо делать. В первых версиях вот в этих вот кляре они было написано, прежде чем вот это вот поставить, там написано, что здесь полностью жесткий диск можно повредить. Вот настройки понятно, конечно, конфиденциальность, дополнительные, вот эти убирайте, чтобы потом ключи можно было поставить. То же самое пользователи. Очистка смарт, это при закрытии браузеров, вот, вот они ваши, у меня Chrome, там это Яндекса нету, здесь он следит и он удаляет лишнее планирование. Это можете поставить, просто включить и поставить, вот так, например, включить и поставить, автоматически будет ежемесячно или при входе будет, ну, автоматически просто у вас будет очищать. Ну,
Ну, так вот, в принципе. Очистка, например, настройки основные параметры работы. Вот можете второй так поставить, считать только свободное место. И все, в принципе. И вот здесь в очистках. Так, в Windows. Журналы событий, например, или старые данные. Это что у вас старые драйвера остались? Много-много их там, например, или с Windows, или что там, просто ставите старые, ну и будут медленнее. Но это все, конечно. И вот так вот начинаете удалять. Вот очистка, старые драйвера. И у вас будут они чисто одни новые только. Журнал событий я вам как бы объяснял, что это такое, это что вы открываете, что вы закрываете, ну и все остальное. Так, ну что ж, подписывайтесь пока, если интересно.